Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем прохождение Need for Speed Hot Pursuit 2. Сегодня у нас ивент под названием «Береговой нокаут», то есть будет выбывание. Это гонка из 5 кругов на прибрежных лугах. Вам придется выбрать из множества крутых машин в этой гонке. Все, что вам нужно делать, это не быть последним. Ну, понятно, короче. Так, Viper, Ferrari Spider, Porsche Z11, Holden, Mustang Cobra, Corvette. Ай, Корвет. Хочу на Корвете. Хотя Феррари будет топ, наверное, выбором. Но Корвет мне просто нравится внешне. Ну, погнали. 5 кругов. Жопа. Так, копы на корветах. Прям как в Most Wanted и Карбоне. Сразу с двух звезд начинаем. Гонка будет долгой, кстати говоря. Кто-то на серой машине хорошо едет. Бля, ты не там зареспавнился, баран. Отлично, оторвался. Три звезды. Ёпта. Да, жалобно, на него в лоб не влетел. Counting. This is way too dangerous. I'm discontinuing pursuit.
Так, вертолет появился. Сейчас будет говно свое сбрасывать. Ух ты, ух ты. Аккуратно. Оленяш. И нахуй. Вот дурак-то, а. Еще два круга. Так, 4 звезды мне дали. Двое гонятся за мной. Кстати, соперники-то я недалеко так отстали. Совсем недалеко. Так, вертушка. Так, мент взорвался. Еще раз мент взорвался. Вот дебилы-то, а? Бля, соперники-то едут. Надо это, как бы, фигнёй-то не страдать. Езжай туда, да. Опа. Баррикада, блядь. Да, хорошо шипы увидел. Да-да-да, последний круг. Блин, я не помню, 5 звезд у нас уже были? Или не было еще? Готов. Знак в воздухе висел. Да что ж ты, блядь, каждый раз на этом месте? Они меня догоняют. Сумасшедшие. Но здесь уже финиш. Мне похуй. Так. Первое место у нас. Фу, наконец-то мы, блядь, закончили эту гонку. Я устал в нее играть. Хотя мы всего 10 минут-то записывали. В общем, тайминг идет 10 минут.
Так, следующий у нас ивент будет это на Ferrari 550. Тоже доставка автомобиля. Вот, но это будет в следующем видосе. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока! With no